Всем привет, друзья. В общем, у меня такая проблема. Перестала вращаться помпа водяной системы охлаждения, да, этой системы жидкостного охлаждения. Вот эта крыльчатка не крутится. Вот, обращался во многие сервисы и в своем городе, и в других городах. Никто почему-то не хочет за нее браться ремонтировать. Вот, кто знает, подскажите, пожалуйста, куда можно обратиться, чтобы отремонтировать. Не знаю, что здесь полетело. Вот. После дозаправки, в общем, собрал и больше не работает. Разбирал и собирал очень аккуратно. Вот. Но в итоге потерпел фиаско. Буду очень благодарен, если кто-то что-то подскажет. И такой платы, и такой помпы в продаже нет.